25 апреля мы отмечаем праздник – Всемирный день пингвинов. Сегодня в Приморском океанариуме был организован станционный маршрут, на котором все желающие могли узнать больше о разных видах пингвинов, поучаствовать в мастер-классе, а также задать интересующие вопросы специалисту-орнитологу и получить не менее интересные ответы. Сегодня я провела пингвиню пресс-конференцию, рассказала посетителям о жизни пингвинов и их уникальности, а также о нюансах работы с птицами. Очень важно следить, естественно, за тем, чтобы все пингвины поели. У пингвинов гибель происходит разное. Мы смогли лично познакомиться с каждым пингвином и узнать его индивидуальную особенность и особенность характера. Что такое? Посмотрите, вы видели? Он подошел и просто кинул меня. Пока посетители готовили и задавали интересующие их вопросы, мы с пингвинами играли мыльными пузырями и лазерной указкой. Автор самого интересного, на мой взгляд, вопроса получил в подарок картину, нарисованную пингвинами.